Всем привет! Вы на канале Ирины Ф. Заехала в фикс прайс за некоторыми бытовыми товарами, ну и, как всегда, вышла оттуда с полным пакетом. Так, давайте посмотрим, что же я купила. Мне кажется, все покупки достаточно выгодные. Итак, первое, что я приобрела, это полотенце универсальные вискозные марки Bone Home. В упаковке 80 штук, стоит каждая упаковка 99 рублей. Я их использую для уборки, как такие одноразовые тряпочки. Что-то вытер, не знаю, воду какую-то, грязь и просто выкинул в помойное ведро. Очень удобно. Следующая покупка, это постоянная моя покупка, гель для очистки труб от Home Star. Уже много раз говорила, использую его для профилактики. По 250 мл заливаю в раковину, в кухонную мойку, в ванну. И благодаря этому засоров у меня просто не бывает. Достаточно экономичная стоимость для такого геля – 50 рублей. Следующая покупка также повторная. Это вот такая вот огромная упаковка салфеток. В упаковке 300 штук. Обычные белые столовые салфетки. Стоят они 55 рублей. Я такие уже покупала. Мне понравилось качество. Салфетки неплохие, достаточно плотные. Ну и упаковки в 300 штук хватает надолго. Так, следующее, что я приобрела, это вот такая упаковка губки для уборки хозяйственной, поролоновые, в упаковке 5 штук. Это губки вот такого вот большого, увеличенного, скажем, размера. Упаковка стоила 50 или 55 рублей. Я использую такие губки для уборки сантехники, почистить ванну, убраться на балконе. Такие губки увеличенного размера как раз отлично для этого подходят. Следующие губки, которые я купила, это губки Кухончик. Использую их для мытья посуды в упаковке 3 штуки. Стоит, по-моему, 55 рублей. Ну, кстати, их тоже можно использовать и для уборки, для чистки сантехники. Вы раскрываете упаковочку, тут они находятся в вакууме, и губка расправляется, становится такая пухленькая и двухсторонняя. Вот эта сторона черная более жесткая, а светленькая сторона более мягкая. Кстати, служат такие губки достаточно долго, поэтому упаковочки из 3 штук вам хватит надолго. Следующая хозяйственная покупка. Раньше не замечала, возможно, были у нас в продаже вот такие вот универсальные перчатки, суперпрочные для дома, дачи, для работы. Называются «Бархат». Я приобрела себе размер М. Кстати, эти перчатки были представлены во всех размерах. S, M, L, XL. Стоили они всего лишь 25 рублей. В фикс-прайсе есть более плотные, на мой взгляд, перчатки по цене 50 или 55. Но, к сожалению, вот мой размер М довольно редко попадается. У нас почему-то в фикс-прайсе в основном представлен размер L. Поэтому взяла вот такие вот за 25 рублей. Ну, надеюсь, хоть какое-то время они прослужат. Опять приобрела мешки для мусора, ароматизированные, особо прочные. Покупаю их, как я уже говорила, не из-за того, что они ароматизированы, а именно из-за того, что они особо прочные. Действительно, хорошие прочные мешки, ни разу еще мне не рвались. В упаковке 30 штук, каждый мешок на 30 литров. И вот одна такая вот упаковочка, одна стоит у нас 50 рублей. По-моему, достаточно выгодно. В других магазинах мешки сейчас, по-моему, гораздо дороже. И вторая упаковочка уже более бюджетных мешков для мусора. Стоили они 25 рублей. Здесь тоже 30 штук на 30 литров. Мне кажется, они менее прочные. Я их использую для уборки кошачьего лотка. Наконец-то появились в нашем фикс-прайсе вот такие влажные салфетки универсальные с удобным клапаном. Открыть-закрыть удобно. Салфетки не высохнут. Написано на них, что они для очищения и увлажнения кожи, гипоаллергенные, 120 штук, стоили 55 рублей, без содержания спирта. Я такие салфетки держу постоянно на туалетном столике, ну, вытереть руки там от теней, не знаю, от каких-то кремовых основ и так далее. Ну, по-моему, за 120 штук достаточно выгодно заплатить 55 рублей. Вот такая вот хозяйственная покупка. Это валик малярный с ручкой. Очень бюджетная у него стоимость. Стоил он всего лишь 50 рублей. Для валика с ручкой это, в общем-то, очень дешевая цена. Обычно вот такие валики отдельно стоят где-то 50-80 рублей. Вот собираюсь покрасить балкон, и мне такой валик пригодится. По-моему, очень недорого. Следующая хозяйственная покупка. Появились у нас в фикс-прайсе вот такие вот вилки. Веселенькой расцветки. В упаковочке 2 штуки. Каждая упаковочка стоит 55 рублей. Сами вилки, конечно, очень простенькие, но мне показалось, в общем-то, качество у них, ну, довольно приемлемое.
Для чего я их собираюсь использовать? Раньше на пикники мы постоянно брали пластиковые вилки. Они очень часто ломались, иногда даже зубчики от вилки оставались в кусочках шашлыка, что, в общем-то, не очень приятно. Поэтому я решила прикупить вот такие вот достаточно дешевые бюджетные вилки и просто бросить их в пикниковую корзинку. Вот, соответственно, и не жалко, и я думаю, что качество будет все-таки выше, чем у пластиковых вилок. Так что в нашем фикс-прайсе это новинка. Теперь покажу несколько покупок для себя любимой. Во-первых, появились у нас в фикс-прайсе вот такие вот интересные скрабы от марки Fresh Face, или это название серии, сложно сказать. Два вида у нас появилось скрабов кремовых для лица, шеи, зоны декольте. Вот такой вот скраб зеленой упаковки у нас появился с виноградными косточками. И скраб в красной упаковке, я его не стала покупать, он идет с абрикосовыми косточками. Мне показалось, что скраб с виноградными косточками должен быть все-таки более нежный. Объем у него 75 мл, стоил он 55 рублей. Я не буду использовать его для лица, поскольку у меня сухая чувствительная кожа, но собираюсь использовать его для зоны декольте. Посмотрим, попробуем, ну, надеюсь, он меня не разочарует. Следующая покупка – это повторная покупка. Некоторое время назад я покупала вот такой крем для рук, ног и тела, крем-бальзам от марки Wilson, увлажняющий. В пустых баночках рассказывала, что мне он очень понравился, у него отличное действие. Пробовала его в основном для рук и тела. У него еще очень приятный аромат ромашки, очень нежный, не химозный. Отличный крем, 50 рублей за довольно-таки большой объем в 80 мл. И говорила, что у нас такой крем исчез. Ну вот он у нас опять появился, поэтому с удовольствием себе его купила. И опять же повторная покупка. Вот такие краски, вернее это не краски, это тонирующая маска для волос от Estelle. Одну такую я недавно покупала, попробовала ее, мне она понравилась. Здесь в упаковочке идет просто один флакончик, сейчас я вам покажу. Кстати, стоимость у этой крем-маски 77 рублей. Вот такой флакончик идет в упаковочке. Я купила себе шоколадный оттенок. Вы наносите эту тонирующую крем-маску на волосы. Ну, кстати, учтите, она очень жидкая, из флакончика, из тюбика прямо вытекает. Поэтому используйте аккуратно, потому что, ну вот, я криворукая с первым тюбиком просто уделала всю ванну и потом отмывала. Наносите на чистые влажные волосы, равномерно распределяете по волосам и выдерживаете от 3 до 10 минут. У меня волосы очень сложно прокрашиваются, хотя, естественно, я купила тон очень близкий к моему естественному цвету волос, иначе просто такая тонирующая маска вообще ничего не прокрасит. Поэтому держала все равно дольше, держала 15 минут. Действительно, у меня получился очень приятный шоколадный оттенок, но поскольку это всего лишь тонирующая маска, очень быстро вымывается. Ну, у меня вообще-то любые краски вымываются достаточно быстро, поэтому эта маска из моих волос вымылась примерно за 3 мытья головы. Соответственно, я мою голову где-то, ну, примерно раз в 3 дня, наверное. Но вот за 9 дней у меня от этой маски не осталось и следа. Поэтому учтите, у меня волосы сухие, я мою раз в 3 дня. Если у вас жирные, например, волосы, и вы моете их каждый день, то у вас эта тонирующая маска вообще за 3 дня смоется. Поэтому, ну, не знаю, наверное, для жирных волос вообще нет смысла ее покупать, только для сухих и нормальных. Но по действию мне она понравилась, волосы были после нее очень приятные, шелковистые, красивые. И тон эта маска дала действительно приятный, поэтому с удовольствием сделала повторную покупку. Вот купила все, что оставалось в нашем фикс-прайсе, оставалось у нас нужного мне оттенка всего две крем-краски. Это были все мои покупки в магазине фикс-прайс. Всем спасибо за просмотр моего видео, всем отличного настроения, всем пока!